Другим темам. Цены на жизненно важные лекарства на контроле. Представители Молодой гвардии, Единой России и Молодежной палаты при парламенте КБР провели рейд по аптекам Нальчика. Миллиграмм капсул номером 20, 454 рубля. 454 рубля. В проверочном списке 600 препаратов, все включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. За несколько недель парламентарии и дублеры совместно с активистами Молодой гвардии провели свыше полусотни аптек по всей республике. Сейчас данные анализируются, пока озвучивают первоначальные результаты. Мы наблюдаем единичные случаи повышения на противовирусные препараты, а уже общую аналитическую работу проведем по всем полученным данным и результаты работы передадим в заинтересованные структуры по данному вопросу. Опубликовать итоги мониторинга обещают уже в начале апреля. К слову, в этом рейде наша съемочная группа смогла принять участие не везде. Некоторые аптеки в съемках отказали.